Сразу после прибытия микроавтобуса его тщательно осматривают специалисты центра «Вера», сверяют номера двигателей и кузова, проверяют работоспособность всех систем и механизмов. Казалось бы, автобус. Многие из нас пользуются подобным транспортом каждый день и не по одному разу. Но для центра социального обслуживания «Вера» это не только средство передвижения, но и роскошь. Ведь перевозка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья требует особого подхода. И этот подход ощущается, например, при открывании двери автоматически появляется дополнительная ступень. Автобус рассчитан на 16-17 посадочных мест. Багажная часть здесь небольшая, но ряд кресел можно легко демонтировать и расширить пространство. В рамках изменения законодательства, действующего на территории Московской области, внесены изменения в порядок предоставления социальных услуг, в том числе в отделениях социального обслуживания на дому. Теперь в рамках этого отделения мы будем оказывать бесплатную услугу по доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения обследования, для сбора справок и так далее. Александру Павловичу Трясунову 85 лет. Он долгое время проработал в отряде космонавтов. Видным живет с 1970 года и любит путешествовать. После осмотра обновки увиденным остался доволен. Очень удобно будет, что там будет наш транспорт. Мы и больного, и который у нас пожилого, отвезти домой или там куда-то на общее. Вот. Каждый все же, он старый, но он интересуется, он пока жив. А раз жив человек, значит, он интересуется. Использоваться автобус будет и в качестве социального такси, когда любой человек, имеющий право на льготы, сможет воспользоваться этим транспортом по символичной цене, но с максимальным комфортом. Высокие люди не дадут мне соврать, посадка в обычную «Газель» – это целая проблема, испытание. Но здесь, как видите, проблем нет никаких. Кроме того, здесь есть кондиционер, колонки и большие удобные сиденья с боковой поддержкой. Кстати говоря, и для ног места здесь вполне достаточно. С нынешнего года в Московской области реализуется программа «Долголетие в Подмосковье». В ее рамках развивается социальный туризм. Теперь на этом автобусе пожилые люди смогут посещать различные мероприятия и экскурсии. В течение 2 недель в центре «Вера» ожидают еще один микроавтобус, который будет оснащен специальным подъемником для перевозки представителей маломобильных групп населения. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.